В Сыктывкарской епархии отметили День православной бабушки. Этот праздник, ставший доброй традицией, в республике Коми отмечают по-летнему тепло и радостно. Торжественные мероприятия состоялись на площади Свято-Стефановского кафедрального собора. Как много внимания требуют ноги. До ночи бабуля не ведает скуки. Когда всех уложит, угомонит, тогда за здоровьем бабуля следит. Сколько добрых слов, стихов и песен посвящено бабушкам, наверное, никто не подсчитывал. Но каждое такое признание в любви для них по-особенному дорого. Ведь бабушки – это мамы наших родителей, которые, несмотря на возраст и заботы, продолжают отдавать свою нежность и любовь не только своим детям, но и внукам. Об этой важной миссии всегда молодых душой женщин в своем поздравлении по завершении молебна говорил епископ Сыктывкарский и воркутинский Петерим. Сейчас мы отслужили молебен в надежде, что святая равноапостольная княгиня Ольга своими молитвами и ходатайством у престола Божия поможет нашим православным семьям, в которых были бы такие же бабушки, дедушки, которые бы всем своим существом служили воспитанию подрастающего поколения, и смотришь в грядущих веках, это зерно прорастет в достойное росток. Праздник православной бабушки отмечается в епархии в день памяти княгини Ольги, которая была бабушкой великого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Наша вера славная, вера православная, в праздниках народная, милая и добрая.